Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. И как я вижу, нас сбросили до Лиги Мастеров 2 звезды. Вот так вот они делают. Наши, как говорится, противники, наши враги. Ну что же, ты знаешь, наш девиз: упал, поднялся и пошел. Как говорится, сопли подтер, слезы убрал, лицо кирпичом и в наглую на прорыв. Чем мы с тобой и будем сегодня заниматься. Давай посмотрим хотя бы, куда нас сбросили. 57 ранг. Вроде бы кажется не так низко, но все равно обида, обида гложет. И сейчас будем наказывать, жестоко наказывать. Так, мне, я так понимаю, 17-24 даже и не светит, да, пока? Ну, судя по тому, как это все идет, видимо, нет. Ладно, давай, Супер Шредер, пора нам с тобой немножечко повеселиться вместе с Усаги, как говорится, в пати. Ну и возьмем здесь вот этих вот наших ребятулек. Да, они слабенькие, маленькие, но удаленькие, потому что они стоят за спиной суперэлитной армии. Армия заключается именно в Супер Шредере и в нашем Усаге. Так, пошел кромсать, рубить. Ну, ты сам прекрасно все это видишь. Без проблем, постепенный урон на всех висит. Можно, наверное... Хотя, подожди, мы будем рисковать или нет? Конечно, нет. Мы не будем рисковать, потому что с нами малыши. Мы не имеем права их подставлять. А это именно Кунаичи, да? И тот же самый Бибоп и Рокстеди. Поэтому мне пришлось, естественно, применять все массовые атаки. Хочу опять забраться в топчик. Кстати, сколько у нас порталов-то? Ой-ой-ой, 4, а я... Да, ребята, я забыл посмотреть рекламу. Ладно, ничего страшного. Как только они у нас закончатся, мы с тобой обязательно глянем. Обязательно глянем. Ну это сколько нам даст? 10-10 будет маловато, если честно, откатов-то. Да, нам придется, скорее всего, с тобой еще докупать. Но видишь, дело в том, что у меня с телепортами беда. Причем конкретной. Их тоже не хватает. Ладушки. Так, отличный, отличный был заход. Давай. Ты бич. Достаточно было и ракет. Я уже не стал там выпендриваться с этим валуном. Все у нас отлично вышло. Так, смотрим, какое место мы сейчас с тобой занимаем. 48-е было, давай 35-е. Да, вот фигушки там, 38-е и не меньше. Так, хорошо. Если нам 17... Вы дадите мне 17-24, я иду нормально, без запиночки. Что вы мне принижаете? Вот, видишь? Надоело уже выклянчивать вот это все. Надоело. Берем с тобой Супер Шредера, ну, естественно, Леонардо. Естественно. Раз, два, три. Все, поехали. С этими мы, в принципе, с начальными мы справляемся без проблем каких-либо. Кстати, сегодня у нас событие, но я не знаю, на Супер Шредер, наверное, не стоит идти. Потому что там только лишь Супер Шредер разыгрывается, да? А нам бы... А что нам бы? Нам бы с тобой бы элементов пособирать, а лучше пофармить. А пофармить у нас есть кого, да? И Леонардо. И Кунаичи. Вместе с шинигами. Как бы и хочется, и колется. И вот что хочешь, то и делай. Так, ну что, идут уже. Опа, нет. Хотя ладно, давай попробуем. Давай попробуем. Там, ты понял, почему я немножко дрейфил, потому что здесь, видишь, Майки. И насколько я помню, инициатива у Майки будет даже посильнее, чем... Слушай, давай-ка я не буду здесь брать слабеньких, потому что, не дай боже, сфейлимся. Давай я вот возьму хотя бы вот такую вот команду. Я просто не помню, инициативу у Майки этого сильнее, чем у нашего Армагона. Супер Шредер-то понятно, он тут влупит по полной программе. А зря паниковал, видишь, все обошлось и так. То есть достаточно было одного удара Супер Шредера, чтобы Микеланджело вражеский упал. И мы с тобой спокойненько здесь шли. Но я ведь не знал наперед. А вдруг бы промахнулся, а вдруг еще что-нибудь не так пошло бы. Меня другой вопрос интересует. Сколько нам покупать откатов? Потому что они у меня закончились. Ну, давай для начала возьмем. Так, ну что, в данный момент у меня 20 откатиков. 10 за рекламу, 10 я купил. И мы продолжаем. Так, ну хорош. Ну давайте 17-24. Ну что вы как эти ломаются? Вот, ломаются, я не знаю, на ровном месте. Так, возьму-ка я лучше Супер Шредера. Ваню. Так, так. И Криса Брэдфорда. Да, да, да.
Пускай это не супер топовая команда, именно в плане того, что Ванька и Зэк, они по уровню слабенькие, но зато они разнесут всех, согласись, в щепки. Один супер шреддер здесь что только стоит. Давай-ка попробуем так. Упс, это что такое было? Молодец, молодец, орнули. Ну, а теперь маузеров вызываем. Найс. Маузер просто снесли всех, кто там стоял вдалеке. Ну и прекрасненько, двигаемся тогда дальше. Так, с 16-й... Блин, мы до сих пор еще не можем перейти в Лигу Мастеров 3 звезды. Да что такое? Причем я тебе говорил, что самая, как говорится, конкретная позиция уже начинается именно с субботы и воскресенья. Потому что все уже места заняты, конкретно причем заняты. И там уже нет таких больших перепадов. То есть ты уже не сможешь, грубо говоря, за каких-то там 8-9 часов спрыгнуть... с трехзвездочной лиги, да, до двухзвездочной. То есть на 100 ступенек тебя вряд ли понизят. Если только там какие-то не супер-пупер заядлые игроки придут, которые будут просто, знаешь, рвать и метать, чтобы им попасть в топовое место. Вот как-то так. А так ты спокойненько можешь зайти даже через сутки и оказаться на своем топовом месте. Было такое уже проверено. Так, ну что, друзья мои, наконец-то мы перешли в Лигу Мастеров 3 звезды, 92 позиция, мне нужно топовое место. Хватит ли у меня 17 откатов? Вопрос очень интересный, по крайней мере для меня. Даже будет забавно посмотреть, смогу ли я перейти, или же придется мне еще покупать откаты. Ну что, здесь-то понятное дело. Тут команда Ух работает за двух, так что переживать вообще не стоит. Накрываем медным тазом. Постепенно урон. Донателло этот сейчас упадет, если мы так с его сделаем. Хоп. Ой-ой-ой, а Супер Шреддер. Слушай, я думал, он будет хил делать. Но нет, он решил... Вот. Ох, ничего себе он бомбанул. Ты посмотри, как он бомбанул. Супер Шреддеру, конечно, досталось здесь. Ничего не скажешь. Видишь, у него есть такая фигня — отражение урона. Ну, если ты перемотаешь чуть-чуть, ты увидишь, как у Донателло из полной фул полосочки ХП при ударе именно вот этой вот бомбы, да, которую он бросил своим посохом Бо, у него отнялось немножечко здоровья. Вот именно что отражение урона у него все-таки срабатывает. И чем этот урон сильнее, тем больше он возвращает тебе назад. Так, ну что, давай возьмем тогда этих гавриков и отыгрывать будем опять же наших слабеньких. Как я понял по вашим комментариям, опять же все-таки мнения немножко разошлись. Кто-то говорит: Рэй, прокачивай сразу одного персонажа, но на максималку. Другие же говорят: нифига, прокачивай всех слабеньких потихоньку. То есть от чего ушли, к тому и пришли, да? Я просил совета, а мне совет дали двуякий. То есть выбирай Рэй сам. Еще раз говорю, ребят, вот как по мне, мне кажется, все-таки лучше взять какого-то определенного конкретного персонажа и именно его прокачивать. Почему? Потому что так, ну, все силы будем именно весь мутаген скидывать на одного персонажа. А таким вот образом... Да что ты будешь, я только от майки отказываюсь, ну, все везде лезет. А если мы будем с тобой всех прокачивать, то у нас, ну, будет очень, во-первых, это очень-очень долго проходить, да. И во-вторых, мы, в принципе, ими пользоваться не сможем. Ну, в каком понятии? Потому что у нас топовые персонажи — это именно сотого уровня, да, которые имеют шестой уровень прокачки скиллов. То есть это вот берем определенного, да, например, там Донателло или нейтрализатора, мы его прокачиваем до фулл сотого уровня и прокачиваем ему все скиллы. Он уже после этого становится практически топовым персонажем, потому что имба. То есть его можно брать в полноценную битву. Не зря у нас с тобой все черепашки. Кто у нас там еще? Армагон, Усаги, Супер Шреддер. Они имеют все сотого уровня. Причем все практически имеют супер удары массового поражения. Поэтому, как бы, если даже и брать какого-то персонажа на прокачку, то только того, кто имеет массовую атаку. Вот от него будет большая польза в нашей команде. Таких, как, например, Крис Брэдфорд, да, спешить прокачивать до соточки, я думаю, не стоит. Почему? Потому что он бафер. Он бафер, ребята, у него нет массовых атак, он как бы в команде, он нужен, но не когда мы с тобой там рвемся по бусту или еще что-нибудь. Да, если нужен будет какой-то персонаж дополнительный, да, добор, нехватка, то Крис или там тот же самый Хан,
они подойдут, но у них нет массовых атак. Именно атак, которые могут одним там ударом, как, например, Супер Шреддер, Усаги, Армагон, Леонардо, там, я не знаю, там, Ванька Стиранка, а та же самая Карайка, одним ударом снести, ну, пускай не всю армию, но половину армии точно. Или очень много отнять здоровья сразу всем. Это намного эффективнее, чем ты будешь брать противника, да, против него ставить, ну, так вот, одиночек, вот, например, пульверизатор. Ну, что вот он сделает? Ничего. Вот Сплинтер, у него тоже нет массовой атаки. Они, да, они саппорты. Этот, например, провокатор. Этот тоже у нас как бы баффер. Железноголовый у нас и провокатор, да, и массовик. Но, опять же, массовик массовику рознь, потому что есть такие массовые атаки мощные, например, как у Супер Шреддера или у Армагона, а есть такие слабенькие, как, например... А у кого у нас такой слабенький удар? Ну, я думаю, что, наверное, будет у Джастина запах изо рта. Или неприятный запах. Мне кажется, он будет слабее в разы, чем любой из ударов, например, Армагона или Супер Шреддера. Но это лично мое мнение. Я не знаю, как проверить именно статистику по урону. Но вот сколько я играю и смотрю, он на добивку. Да, на добивку, когда мало здоровья у противника, он идет замечательно. Но если ты хочешь именно начать с дамага, то это не лучший вариант. Так же, как и Бакстер Стокман. Вроде бы кажется хороший персонаж, да, с мощным дамагом. Но ты понимаешь, что он проигрывает многим бойцам по инициативе. И поэтому сидит там где-то на третьем-четвертом ходу только сможет ходить, когда у тебя твоя пол-армия или какой-то юнит определенно будет уже в критическом состоянии. Ну, понимаешь, да, к чему я? В принципе, я из серии в серию это вам все объясняю. И все равно мне пишут комментарии: Рэй, где взять такого-то персонажа? Кого прокачать лучше, этого или этого? Я еще раз вам объясняю, ребята. Каждый качает персонажа для себя. То, что я тебе один раз подскажу, это не говорит о том, что это будет для тебя эффективно. Я же не знаю, какой ты предпочитаешь бой. Если ты хочешь идти на прорыв, именно на прорыв, как бы продвигаться в игре очень быстро, качай любых практически персонажей, которые у тебя будут именно массовых, которые имеют массовые атаки. Таких персонажей здесь очень много. Я бы, например, начал с Леонардо. Это один из первых наших персонажей, который, по-моему, прокачался сразу же, да? Кто там у нас еще? Зек тоже неплох на начальных стадиях. Дальше у нас там идет потом, по-моему, Саги, Армагон, вот эти вот все. Рафаэль очень хорош как провокатор. Он тоже, кстати, очень долго у нас был в команде. Очень долго. И очень хорошо давал отпор именно своей контратакой. Но для этого нужно было прокачать последний его скилл до 6-й ступени. Тогда он 100% контратаковал. Если ты ему не прокачаешь, то этот скилл будет срабатывать раз через раз, что не есть хорошо. Так, ну а мы тем временем с тобой практически все телепорты уже закончились у нас. И я думаю, что последние два как раз приведут нашу команду в топчик. Возможно, даже вот после этого поединка. Сейчас мы посмотрим с тобой, что у нас из этого получится. Постепенно, кроме мухи, да, на всех повисло. Ты дыч, готовы. Ну что, давай посмотрим результат. Если он хороший, то мы сразу переходим на события. Да, мы, наверное, перейдем все-таки. Ну, окей. Все, ребята, топовое место взято. В магазине нам делать нечего. Блин, у меня еще и задание не пройдено. Ё-моё. Давай проходить, конечно же. Так, пройти серию испытаний. Давай быстренько пробежимся. У нас к тому же с тобой она начинается с нуля. Так как в прошлой серии мы с тобой прошли, да, события. И теперь, опять же, все это придется проходить с нуля. Ну, меня, честно говоря, это не напрягает вообще нисколечко. Вам, скорее всего, это надоедает все смотреть. Это да, а мне нет. Так, в минус. Блин, захилял. Я думал, сейчас мы минусанем. Но не тут-то было. Давай ракетами. Ай-яй-яй. Так, с маузерами разобрались. А здесь у нас... Бибоп, Рокстеди, Клан Футовиц. Ну, в общем, понятно. Усаги, почему ты не вешаешь мне двойную атаку? Скажи-ка мне на милость. Ну-ка, покараешь ты его? Хоба, вторую атаку. Нормуль. Теперь
Да че париться, не будем париться. Давай сразу сделаем вот так вот. Добьешь? Добьешь, куда ты денешься? Ну вот, великолепно. То есть серию испытаний прошли. И дальше, мы с тобой прокачиваем. Опять же Донателло Космос. Погнали. Донателло Космос. Вот он у нас, навыки. 4 кружки нам всего лишь нужно найти. Так что давай, поехали. Раз. Два. Три. И 4. Все. Улучшаем до 4 ступени. То есть еще 2 ступени. Твою налево, сколько тут. Чеп-планшет. Сколько там нужно нам? 3 штуки, да? 2, 3. Чеп-планшет мы с тобой получили. 10 джойстиков. Да, вот с этим будут проблемы. У нас будут выпадать геймпады, мутаген. Так, ну все, тут задание выполнено. Давай закроем, наверное, уже тогда, да, получается. Раз, два. Так, поднять серию. Подожди-ка. А, я не сразился, подожди. Тогда давай дальше. Где у нас Донни? Донни, иди сюда. Навыки. Еще можно будет, в принципе, один разок ролить. 85 мутагена. Понятно. Так, ну что, теперь поднять уровень персонажа. Кому? Давай, наверное, начнем с Бакстера. Прокачивать. Тут все понятно, не получится. Так, тогда Донни, у тебя получится поднять? Да, 10 тысяч нужно на 65 уровень. Дорого все это как-то стоит. Ну что, здесь вроде бы все сделали. Испытания. Ну, здесь, я думаю, нам ловить ничего не надо. А вот в союзниках, скорее всего, надо будет. Раз, два, три, четыре. Ну, тут смотри, 70 уровень. Дальше, по-моему, будет 80, да, насколько я могу понимать. 3 волны. Макмана попробуем сразу ушатать. Ага, попробовали. Так, хорошо, валунчик. Развалились, побежали дальше. Стоят красавцы здесь, да? Ну, давай с гранатомета. Упс. Вот, вот этот запах изо рта, ребята. Видишь, он даже не смог добить. Так, и последняя у нас волна. Здесь Кирби, Роквелл, Мондагека и Железноголовый. Ракеты. И пулеметная дробь. Все. Все идеально. Ну что же, продвигаемся тогда дальше. Союзники, снаряжение. Блин, мне надо вот эти вот, ребята, орнаменты. 80 уровень. Давай попробуем. Думаю, что нам здесь тоже это все под силу. А вот дальше, где будут 90, скорее всего, кукиш с маслом. Не получится у нас. Вырубаем хламона. Тыч, ага. Аж 2 раза вырубили. Ну, сейчас, да, сейчас будут хиляться. Конечно, ну как же не похиляться, господи. Че это у нас так мало зарует-то? Эй! Ты дыч. Так, хорошо. Подобьешь? Не подбил. Да, Ванек, что-то у тебя со здоровьем вообще беда какая-то. Пулеметную дробь сделаем сейчас. Шикарно. Плюс запах. Добьешь? Да, конечно, добьет он. Зэк. Как боец, он вообще никуда не годится, ребят. Так, масуха. Фигня какая-то. А почему-то Кейси Джонсу вообще, ребят, никакого урона не прилетело. С чего вдруг? Интересно. Ну, здесь прошли. Я думаю, что 90 уровень лучше не трогать. Ну, нам это ни к чему, понимаешь? Мы все равно пройти их не пройдем, только сфейлим сыр. 90, да, 90. Видишь, вот если бы вот эти вот ребята тоже были бы 100 уровня, вот эти вот все,
Я бы даже не задумываясь пошел бы и навалял бы им там звездюлей. А так я не вижу смысла. Ну что, рискнем? А? Давай, поехали. Камень талик. Вот, кунаичи сразу выпало. Так, ну теперь. Блин, горелый, ребята, у нас. У нас закончились еще и телепорты. Нет, ну я, конечно, купил маленько сейчас, но. С деньгами вообще напряженка у нас. Просто напряженка. Ладно, давай еще немножечко пофармим. Так. Ой, не туда зашел, подождите, сори. Вот здесь, да? Мне нужна шинигами. Куклу Дарума дают. 3 доллара. Ай-яй-яй, морозильная кошка. И последний. Нет, не получили. К сожалению, не получили. Ну что, друзья, в принципе, можно и закругляться, потому что мы с тобой, ну, в топчик вернулись. По испытаниям платье того немножко поиграли. Здесь, еще раз говорю, нет смысла, потому что супер шаредром у меня есть. Это вот только вам дерзать. И желаю как можно быстрее вам накопить на супер шредера, потому что он действительно крутой чувак. Именно в поединках он крутой. Так что будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!